соперник нашей живой партии, да? Контролируем вот одно колено внутри здесь. Вот корпус, вот здесь мы зажимаем, вот, чтобы он у нас не ушел, не убежал. Не скатываем. Вот забираем. В этом месте его кисть ставим себе. Эта рука здесь, нога в упоре стоит. Ноги, в принципе, упираются вперед, вот, и движением выключаем ему руку вот сюда. И вытаскиваем, держи внутри. Вот, и заходим. Вот, здесь наш, все усилие, вот в это место мы его давим, чтобы он не смог подняться. Чуть-чуть сопротивляйся, чуть-чуть. Вот мы давим на него, ногами вот заходим, вот. Вот мы вышли сюда, вот, видите, вот. Вот выключили колено. Плотно пережимаем здесь голову, плотно. Нагружаем. Продолжаем нажать, выпрямляем руку. Убери эту. Вот. Выпрямили. Забираем за голову и переходим. Вот сюда на вариант. Вот так вот. Вот. Никаких перехватов. Вот это классический ключ. Встань еще раз. Вот забираем нога. Толчок ноги. Вот сюда его сбиваем. Вот. Заходим вот сюда. Вот заходим. Вот. Даже вот здесь можно. Выкинуть его руку и здесь его контролировать его здесь. Вот, забрали, если он физически сильный, эту руку не отдает. Забираем отсюда. Вот, и заходим здесь. Вот, корпусом в него. Корпусом упираемся в него, вот. Контролируем его здесь аккуратненько. Хорошо.